В Мирнинском районе проводится проверка по факту обнаружения тел двух охотников. На данный момент следствие установило, что трое знакомых мужчин договорились пойти на охоту на медведя 24 октября и на протяжении нескольких дней пытались выйти на след хищника. После обнаружения следов утром 30 октября мужчины разделились. Один из них отправился в лесной массив, двое отправились по следу. По предварительным данным, охотничьи собаки, обнаружив берлогу, залаяли, и третий охотник, не убедившись в том, что целится в хищника, с расстояния 62 метров произвел два выстрела в сторону звериного лежбища. При этом стрелок попал в одного из приятелей, который от полученного ранения скончался на месте. Третий охотник незамедлительно направился за помощью в близлежащий вахтовый поселок, где и сообщил о происшествии. А вернувшись обратно с рабочими, он обнаружил тела убитого хищника, собаки, а в помещении зимовья – тело своего приятеля с огнестрельным ранением шеи и предсмертные записки.